Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші – все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей. І сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко «Життя ще простіше». Кожного дня ми з задоволенням працюємо для вас, відповідаючи за можливістю на кожне питання. На питання людей, що живуть поруч з нами, у нашій області, у нашому місті, на сусідній вулиці чи, може, і в одному будинку. Наконец-то возникла така передача, успішно працює, в якій ми, прості люди, можемо спрашувати у нас, професіоналів, те, що нас цікавить в нашому регіоні. Не ходити далеко, не витати в облаках, не задавати питання, які не мають відповідей. Ну, задавать наших специалистов, иметь возможность с ним потом выходить на реальную связь. Просто получать ответы на свои животрепещущие вопросы, там, где мы живем. Это живая передача, в ней живое общение, в ней контакт. В ней есть все то, о чем можно, ну, честно говоря, только иногда мечтать. Сьогодні програмі 3 роки, а рік 2014 був складним для країни. І це не могло не відобразитися на діапазоні цьогорічних тем. Я народилася в містечку Сарни Рівненської області, на Поліссі, типовий, мабуть, райцентр на Західній Україні. Залізничний вузол, 5 шкіл, 2 кінотеатри, меблева фабрика та військова частина. Універмаг, дитячий світ і Бірьозка. А за містом – ліси з чорницями. У дитинстві зазвичай все було добре, немає поганої погоди, поганого настрою, а найбільша невдача, коли тато не погодився купити 12-ту за тиждень ляльку. Моя найкраща подруга жила у моєму ж під'їзді поверхом вище. Її звали Свєтка Возняк. Та я тоді ще була Іра Гриневич. Я і Свєтка однолітки. З 3 років ми кожного дня були разом. Нас по черзі вигулювали батьки, її чи мої. Чи просто грали один одного у гостях. Здебільшого на її території, бо в неї була перевага маленький надзвичайний братик – Сашко. Ми клялися дружити до віку, інколи такі у маленьких дівчаток буває, ми називали себе сестрами. І нас ніяк не бентежило, що Свєтка говорить українською і навчається у 5-й школі. А я з 4-ї, єдиної російської. Бо російськомовних дітей, мабуть, таки була меншість. Пам'ятаю, Свєткін тато Іван Михайлович коректно виправляв нас малих, коли ми плутали слова. Не зонтик, Світланко, парасоля, і посміхався до мене. Якою б мовою ми не говорили, намагаємося говорити чисто. Якщо вже зонтик, то й інші слова говори російською. Мова кожного прекрасна, якщо чиста, якщо за нею чисті думки і добра людина. Обери ту мову, на якій до тебе звертаються, і відповідай нею. Не знаєш, то вчи, тренуйся. Це цікаво і ніколи не буде зайвим розуміти інших. Я, например, да, замужем за мужчиной, который родился в городе Львов. Когда мы познакомились, я разницы не заметила между харьковскими, например, парнями, да, и он как бы уроженцем Львова. Да, мы разговариваем на разных языках, ну, в семье. Он говорит по-украински, я говорю по-русски. При этом это никоим образом не мешает нашему взаимопониманию, именно с точки зрения уважения. То есть, ну, уважение – это, в принципе, я считаю, центральное понятие, центральное образование любых отношений, как человеческих, так и межнациональных. И при этом, если я уважаю его взгляды, его традиции, его семьи и его тот язык, на котором он говорит, он уважает то же самое с моей стороны. Но при этом нам совершенно не мешает это взаимодействовать и наоборот обогащать друг друга и в культурном, и в эмоциональном плане. Но опять же, это все возможно при таком аспекте отношений, как уважение. Когда люди вместе делают какое-то дело, то это, ну, приобретает уже какую-то такую ценность для всех. Один может удовлетворить свои потребности, но
человек силен, и он нуждается в том, чтобы быть в сообществе. То есть он силен и самодостаточен, находясь в обществе. Поэтому в любом случае должна быть некая общность для того, чтобы человек чувствовал себя гармоничным. И для человека очень важно быть принадлежным к определенному сообществу. То есть для удовлетворения своей безопасности человеку важно чувствовать, что он является частью некой ячейки. Любой человек нуждается в том, чтобы иметь взаимоотношения с кем-то. В семье, в кругу друзей, в коллективе, с обществом, где ему комфортно. В семье человек чувствует, что его принимают. Это самые близкие люди, заботящиеся о нем, он заботится о своих близких. Есть еще более там такой круг чуть подальше. Это друзья, знакомые, коллеги. Есть еще более широкий круг. Это некая общность, составляющая там населенный пункт, где человек живет. И все это важно. Все мы взаимосвязаны, все мы влияем друг на друга. То, как мы мыслим, то, что мы делаем, то, что делают люди в отношении нас. Все эти вещи очень взаимосвязаны. И если мы в глубине себя принимаем решение жить с миром, жить с добром, жить с сердечностью, мы не можем это не проецировать на мир вокруг нас. В любом регионе Украины это просто люди. В любом регионе Украины есть люди, которые готовы помогать другим, которые готовы любить, понимать. Люди добрые, умные, интеллигентные. И не очень. В чем заключается сила моей семьи именно во взаимном уважении культуры и традиций друг друга? А точно так же и представители западной и восточной. Если мы будем уважать и ценить ценности и традиции друг друга, тогда мы точно станем сильнее. Живемо у час надзвичайної кількості джерел інформації. І не тільки джерел, а безлічі думок, підходів та поглядів. На жаль чи на щастя, власним досвідом чи з перших вуст перевірити якість не є можливим. Але що ми можемо зробити для себе як споживачі? Як мінімум захистити себе та свої родини від безконтрольного та безперервного джерела стресу. Задамо собі питання. Я дивлюся та читаю новини, щоб мати достатнє уявлення про перебіг подій у світі? Чи я, власне, зависаю у новинах та онлайн-трансляціях? Це не байдужість, це передусім турбота про власне психологічне та фізичне здоров'я, своє і своїх близьких. Ми забуваємо, що завжди маємо вибір, як мінімум вибір того, що і в якій мірі споживати. І це стосується інформації в тому числі. Когда ви узнаєте якусь інформацію? У нашого сознання є така функция, как критичность мышления. Критичность — это не от слова критиковать, а именно подвергать анализу, подвергать сомнениям, какую бы то ни было информацию получаемую.
Вот. Это было бы, правда, очень полезно в настоящее время именно для того, чтобы оставаться, опять же, в состоянии и здесь, и сейчас, и в состоянии вот холодной головы, которая гораздо более эффективна и способствует расслаблению и спокойствию. Первое, что мне приходит в голову, когда я говорю о том, что можно было бы сделать, это вернуться в состояние здесь и сейчас. Вот до элементарного. Спрашивать себя, где я сейчас нахожусь. И опишите просто место, в котором вы находитесь. Обращая внимание на детали, на детали обстановки, на кто вас окружает. Наше тело, оно всегда находится здесь и сейчас. И мы всегда можем опираться на него, как на ресурс. И вот, проделав такое упражнение, действительно можно избавиться от многих тревожных состояний. Потому что тревога, да, обычно, это нечто направленное на... Это переживание, направленное в будущее. Оно не про здесь, потому что когда мы находимся здесь и сейчас, то мы действуем согласно тому, что нас окружает, и эти действия обычно адекватные и не несут тревожного заряда. Мы просто наше эмоциональное состояние переводим в действие, и таким образом снижая тревожность, ну, практически до нуля. Люди, которые смотрели по телевизору эти события, подвергались гораздо большему стрессу, чем те, которые в нем участвуют. Когда мы находимся в определенном эмоциональном состоянии, этому способствуют гормоны. Адреналин, норадреналин, которые повышают, очень сильно повышают тонус организма, напряжение, которое необходимо. Обычно это, ну, так называемая реакция «бей или беги» при выбросе вот этих вот гормонов. Если мы не делаем ни того, ни другого, то наш организм подвергается, ну, именно неблагоприятным изменениям из-за накопления такого количества и гормонов напряжения. Занятия спортом тоже могут благоприятно влиять на снижение стресса в этой ситуации, ну, или конкретные действия. Так сложилось, что определенные геополитические, исторические, да, ситуации, вот, она дала нам вот, немножечко так, как бы, разделение на вот, западную, восточную Украину, там, юг Украины. Но на самом деле это все жители Украины. И нужно понимать, что есть просто определенные ситуации, которые происходят что там, что там. Нужно просто понимать, что вот в той ситуации, сложной, правда, ситуации, которая сейчас находится в Украине, все люди, что на Западе, что на Востоке, проходят определенные психологические, вот так называемые, стадии адаптации к той ситуации, которая происходит. Первая стадия – это, знаете, некого такого ступора. Но на самом деле вот люди-психологи, они об этом знают. Но мне кажется, что важно, чтобы понимали люди, для того, чтобы не осуждать друг друга, для того, чтобы не противостоять друг другу. Вот первая стадия – это некого ступора, что такого не может быть, потому что такого не может быть никогда.
Вторая стадия – это стадия агрессии. Это то, что, вот, к сожалению, да, происходит. Но опять-таки это происходит в любых областях Украины. Гнев, агрессия, раздражение. Следующая стадия – это стадия такой, знаете, торгов. Вот торг за то, что мы будем вести себя так, как вели себя в прошлом. А это уже не конструктивно. Четвертая стадия – это стадия апатии. Когда у людей возникает ощущение, что лучше уже не будет, что будет дальше только хуже. И вот проблема в том, что человек может останавливаться на какое-то время на какой-то из этих стадий. Вот очень много, да, людей, которые находятся на стадии агрессии, гнева, на стадии торгов, на стадии апатии, это правда, это тоже есть. И они могут крутиться по кругу, но, вы знаете, это классические стадии, поэтому всегда наступает пятая стадия. Это стадия принятия. Принятие ситуации, принятие людей, которые завязаны в этой ситуации, принятие и понимание того, что происходит, и нахождение новых, адекватных методов решения этой ситуации. Ми забуваємо, що ми будуємо своє життя. Будуємо це, коли життя та події не трапляються, а ми викликаємо їх вчинками, словами, нарешті думками. Не виходячи з двору, можна агітувати, чинити зло, можна ненавидіти і сіяти паніку, а можна нести любов, спокій і безпеку. Ми дійсно всі дуже різні. Люди, которые живут в разных регионах страны, в разных странах, действительно разные. На фоне общих ценностей человеческих отличается наша культура, наши привычки, наши традиции. Но договариваясь, слыша, понимая и любя друг друга, мы всегда сможем сделать что-то прекрасное. Посмотрите, мы разные, мужчины и женщины. Мы разные анатомически, психологически. Мы по-разному рассуждаем, по-разному видим и чувствуем жизнь. Но слыша, любя и договариваясь друг с другом, мы можем все. Апеллировать простым законам природы, то мирно можно жить со всеми. И в идеале человек, который удовлетворил свои базовые потребности в еде, в тепле, в безопасности и в любви, может жить, не покоряя других людей, не завоевывая другие территории, не претендуя ни на чью свободу, и находиться в своей глубинной независимости и позволять этой независимости распространяться на других людей. Само понятие толерантность – это такая способность человека быть, наверное, достаточно гибким, достаточно открытым, достаточно принимающим. И, соответственно, на то же самое он может рассчитывать в ответ. Если каждый человек начнет с того, что будет менять себя изнутри, то и все общество тоже меняется. Мы часто хотим изменить мир вокруг себя. Давайте начнем с себя. Зараз ми дорослі. Моя дитяча подруга живе у Рівному. Вона керує відділенням пологового будинку. Я в Харкові, я знімаю життя ще простіше. На жаль, не часто бачимось, але коли ми на телефоні, я переходжу на українську, а вона на рідну мені. І хоч як завжди говоримо різними мовами, але мовами одне одного. Бо є повага і розуміння. Тому що врешті є любов, і це головне.
бо справа не в мові, не в церкві, до якої ходиш, і не в стилі життя. Сьогодні, як ніколи, справа в тому, чого ти прагнеш і що несеш у цей світ. Ми за любов. Ми Клав Нот Вар. Хотелось бы поздравить передачу «Життя ще простіше». Естественно, пожелать вам высоких рейтингов, успехов. Ну и, наверное, чтобы у вас также было все гармонично со временем на работу, со временем на вот. У вас все получалось замечательно. Всего хорошего. «Життя ще простіше». Я хочу вас поздравить с 2 годами успешной работы. И я вот всегда, мне важны какие-то примеры, и у меня есть приятельница прекрасная в Нижнем Новгороде. И я уже не помню, в связи с чем, мы общаемся с ней по электронной почте, я ей какое-то письмо написал, и почему-то дал ссылку на передачу, на вашу. И она была очень поражена уровнем профессионализма. То есть она вообще для нее было неожиданностью, что вот у нас в Харькове, в общем-то, достаточно профессиональное телевидение. Пора уже брать большие масштабы. Будьте счастливы, живите радостно, любите друг друга. Ура! Ирочка, с тобой передачи очень интересные. Очень интересные, люблю я. Вот и всегда часто смотрю их.
Мне нравится. Зятя своего сыночка видела, и дочь видела, и сама царица была. И тебя каждый раз вижу в телевизоре, всегда с тобой здоровой. Здравствуй, солнышко мое. Очень нравится, Ирочка. А ты все, чтобы всегда здоровалась со мной, отвечала, солнышко. Хорошо? Хочется поздравить программу «Житящее простейшее» с днем рождения. Программа очень много сделала, с моей точки зрения, для людей, для участников программы. Хочется пожелать творческих успехов, любви, чтобы вы развивались и у вас все получалось. Потому что, когда у кого-то хватает смелости задать вопрос и получить ответ в программе, а те, кто не задают вопросы, могут просто посмотреть эту программу, и что-то им откликнется, они тоже для себя могут получить ответ. Поэтому с моей точки зрения, это замечательная программа, поэтому много-много вам дней рождений, живите долго, счастливо, и большое спасибо, что вы есть. Мне хочется поздравить с Новым годом замечательную компанию Харьковского областного телевидения, мне хочется поздравить с Новым годом замечательную ведущую, кинооператора, помощника, всю эту творческую плеяду. Я очень довольна таким сотрудничеством, я получаю море удовольствия от сотрудничества с людьми, которые любят свою работу и просто транслируют в пространство свою креативность и творчество. И я бы пожелала такого творчества и такого оптимизма всем зрителям, всем, кто хоть когда-то смотрел эту передачу «Житящее простейшее», чтобы они с таким же радостным выражением лица смотрели на мир, как сейчас смотрит на меня Ирочка. Спасибо. Дуже дякую. «Житящее простейшее».